Кем быть и куда пойти учиться? Эти вопросы ежегодно волнуют тысячи абитуриентов. Свыше 20 техникумов и профессиональных училищ Новосибирской области предложили свои услуги будущим абитуриентам на ярмарке учебных мест. Каждую весну центры занятости подсказывают выпускникам, как не заблудиться в многообразии предложений – техникумы, училища, лицеи и колледжи. Из большого списка надо определить единственное место, куда вскоре предстоит отправиться за знаниями. Выбор ответственный, ведь от него зависит едва ли не вся дальнейшая жизнь. Ну, для информации, чтобы, ну, как, было время как подумать уже, куда поступать, определиться уже. Они готовы строить будущее, но не знают, в каком направлении сделать первый шаг. Труднее сельским школьникам. Зачастую им просто не хватает информации. Для них это еще одна возможность презентовать себя. Абитуриенты смогут узнать об условиях поступления и пройти психологическое тестирование. Дело в том, что почему мы лучше, у нас студенты после среднего профессионального образования автоматически переходят к нам на высшее образование после собеседования. Мы предлагаем иногородним студентам общежитие. У нас очень хорошая материальная база, у нас есть для студентов бассейн, у нас есть для студентов два спортивных зала, у нас есть теннисный корт, у нас замечательная библиотека. Ярмарка учебных мест – хорошая возможность познакомиться с учебными заведениями прямо дома. Задача подобных ярмарок – помочь будущим специалистам правильно сориентироваться в мире профессий и выбрать соответствующую их интересам. Я зав. Лаборатории представляю все-таки оптику. Вот школьники подходят, интересуются. Видно, что в их глазах есть искорка, и мы рассказываем. Перед началом вступительных испытаний все учебные заведения проведут дни открытых дверей, чтобы будущие абитуриенты смогли сделать окончательный выбор.